Всем привет! Это видео будет о том, как мы с нашей командой поедем на чемпионат республики среди взрослых и посмотрим, какие у нас будут результаты. Кстати, забыл сказать, я в этом чемпионате республики не буду участвовать. Я еду туда в качестве зрителя просто. Будем ехать. Вот наш чемпион в 68 килограмм. Что, Стасик, сколько гонял? 2 килограмма воды, только за литр. Бля, что за литр? 2 килограмма за литр. Видите, я уже не соображаю, блин. 700 грамм. Не, мне кажется, больше, подожди. А ты что, картошка? Да, это картошка. Кушайте картошку после взвешивания. Ну что, завтра надеешься? На какое место? Тебе, ну там есть 68 с кем побороться. Помимо Марка еще есть. Я смотрел, там пацаны из 85-го года. Как вы, да? Вы... Конечно. Два года. Считай, они уже старые, считай, а ты... Считай, не для меня батя. А ты более молодой, резкий. Да, я молодой. 2002-го ты? Да. Ладно, давай, Стасик, желаю удачи тебе на завтра. Давай. Шо, Руслан, сколько гонял? Ну, 24 килограмма. Не хотел гонять, потому что готовились, что у нас Молдовы. По юношам, по дзюдо, который будет через месяц. 73, по-моему, да? 73. Твой вес сейчас на данный момент 70? 7500. 7500. В штанах 7400. Это назвать тебя овцо, ты диктофон. Это просто, знаешь... Бля, я челю, чтобы не слопать, будь дерзкий, будь дерзкий. Руслан тут побазарил с администраторами, и нас переселили в другой номер. Вот, Руслан. Нормально добазарился? Да, Wi-Fi будет. Да, главное, Wi-Fi должен быть, а все остальное так. Вот такой вот у нас номер. Главное здоровье, основное родители. Вот мой дневник. Хотите покажу? Не, не покажу, стыдно. Так, так, так. Все, давайте, спокойной ночи, увидимся завтра. Ребята уже начинают разминаться.